Работы идут по графику. На итоговой коллегии Минтранса России губернатор рассказал о подготовке региона к чемпионату мира по футболу. Самарская область получает из федерального центра одну из самых больших сумм. В течение 4 лет только в рамках мундиаля это более 56 миллиардов рублей. Часть объектов уже готовы. Так, аэропорт признан одним из лучших в Европе. Сейчас идет реконструкция взлетно-посадочной полосы. После ее введения в эксплуатацию Курумычу присвоят третью, самую высокую среди региональных аэропортов категорию. Также идут работы на магистралях стратегического значения Волжский аэропорт Курумыч и Московском шоссе. Модернизируется дорожная инфраструктура вблизи стадиона. Впервые за многие годы строятся новые автодороги. Арена 2018 и дальняя. Ведется строительство трамвайной ветки протяженностью 2,5 километра. Реконструкция улицы Ташкентской. Активно участвует регион в реализации федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Программу прошлого года мы полностью выполнили. Вы потом приезжали, мы с вами проехали по всем дорогам, проверили качество. Вы сами это видели. На 2017 год у нас запланировано на это 4,2 миллиарда рублей, в том числе из федерального бюджета 1,857 миллиарда и из регионального бюджета 2,8 миллиарда. Мы построим в этом году 150 километров новых автодорог в рамках этой программы. 52 дороги построим, отремонтируем. 52 дороги в Самаре, 18 дорог в Тольятти, 9 автодорог в Новокуйбышевске, в Жигулевске 6, в Кинеле 4 и 3 в Чапаевске.